Я хочу показать такой прием на шею. Значит, у нас есть такой кулачок, и я сейчас вас научу расчесывать шею. Значит, для этого делаем вот такой зажим, опускаем голову и просто кладем ее, насколько вы можете положить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И дальше берем вот ручку, пальчики, костяшки, и начинаем делать вот такое прочесывание, естественно, обходя гортань, боковые и задние. Как следует прочесываем, кожу не тянем, делаем по поверхности и подбородок наверх. И делаем теперь другую часть, положили. А расчесывание нужно делать в течение дня по 5-10 раз. Мы подпитали, расчесали шею, подпитали, запустили процесс.